Привет, это канал I Like Pet. Я Таня, а это кошка Соня. Стоп, а где кошка? Соня, Соня, кс-кс-кс-кс-кс. Где ты, Соня? Очевидно, тема нашего сегодняшнего выпуска – правила поиска пропавшей кошки. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. Ваша кошка потерялась. Возможно, она выбежала в подъезд, когда вы нечаянно оставили дверь открытой, или, если вы живете в частном доме, вышел погулять на участок и не вернулась. Как бы то ни было, теперь вам нужно найти вашего любимого пропавшего питомца. Прежде всего, сохраняйте спокойствие и следуйте правилам поиска кошки, перечисленным в нашей видеоинструкции. Прежде чем искать кошку за пределами вашего дома, тщательно проверьте все уголки внутри него. Возможно, ваша кошка не потерялась, а просто спряталась где-то. Проверьте шкафы, пространство под кроватью и диваном. Обязательно загляните в места, где ваша кошка любит проводить время больше всего. Если внутри дома кошку найти так и не удалось, выходите за его пределы, позовите животное. Обязательно прислушайтесь после этого к разным звукам. Возможно, ваша кошка забралась куда-то и не может выбраться. А на ваш голос она будет мяукать, и прислушиваясь, вы сможете ее найти. Если кошку не удалось найти днем, возьмите фонарик и поищите ее в темное время суток. Известно много случаев, когда кошка выходила на зов хозяина только с наступлением темноты. Используйте все каналы связи, чтобы найти вашу кошку. Обратитесь к соседям, спросите, не видели ли они вашу любимицу. Разместите посты в социальных сетях о пропаже кошки. Развесьте объявления о пропаже животного в подъезде или рядом с вашим домом. Используйте для объявлений только хорошую фотографию кошки, из которой будет понятно, как она выглядит. Если кошку не удается найти в течение нескольких дней, свяжитесь с приютами для животных. Возможно, ваша любимица там. Если даже вам говорят, что кошки похожи на вашу, у них нет, оставьте ее приметы. Во многих приютах ведутся дневники потерянных животных. И когда в приют поступают новые подопечные, волонтеры сверяют их по приметам, которые дают им хозяева пропавших мяукающих. Если они совпадают, владельца просят приехать и посмотреть животное. Не отчаивайтесь, иногда кошки возвращаются сами спустя несколько дней и даже недель. Хорошо, если вы позаботились заранее о вашем любимце и чипировали его или приобрели ему ошейник с вашими данными. Так кошку смогут вам быстро вернуть нашедшие ее люди. В любом случае продолжайте активно искать питомца и не теряйте надежду. Все закончилось хорошо, кошка снова дома. Соблюдайте перечисленные правила поиска и пусть ваши животные никогда не теряются. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!